Пап, а штурман куда моего забрал? Не, подожди. Сфотографироваться придет. Моего папу похитили. С чего ты взяла? Моего папу похитили. Его нету. Женя там, блин, носится между костров, там танцы с бубном исполняет. Не, нормально, нормально. Коля сфотографировался с пупсом. И всех сфотографировал. Да, все с пупсами были, блин. Где машина? Опа! Я начал, кстати, с Вилорокиной Вики. Ой, с панамовской. С панамовской Вики. Да я на Лёху смотрел просто, слышал точнее. Вот, слушай, с панамовской Вики, она сидела с кем-то, трещала по телефону, я ей пупсу посадил, короче, ну он такая сидит, короче. Нет, пора, тут ему вот, и все, и получилось. Все девочки с пупсами, Хельга, ты, ну вот там дальше. И колючий. Какая колючий. С пупсом, да я. Хельга, ты и колючий. И колючий. Слушай. Убери Коля, меня это, я Коля, такой, пусть он рядом посидит. Коля, надо, блин, классно. Капнуло фотогалерея. Да. И вот такие прикольные кадры, которые вот были. Где вас не успевает перерабатывать даже, понимаешь, прикольные галереи. А вот скажите мне, на форуме, после дня рождения клуба, фотография, кайрон стоит, на нем кубок стоит. Вот. Я фотография. А давайте мы назначим главным фотографом клуба. Ямку-то? А что? У нее кадр. Она достанет тот самый мачете. И назначит каждому там. Коля. Как обернуть. Посвящает тебя точильщика мачете фискарта. А вы можете сейчас обернуться и посмотреть? И сказать сиськи. Коля, а что, смотрел?